Всем привет, с вами снова мы, прогульщики. Сегодня мы будем снимать вторую часть по воркауту. Сегодня тоже будут легкие очень элементы и как их делать. Сегодня мы будем подробнее разбирать, как делать гробик. Вот наш ассистент. Он учится делать гробик, вот. Теперь смотрите, вот. Надо, чтобы он повис вот так, без рук. Потом надо на счет три. Не бойся. Три. Раз. На счет три отпустишь, понял? Раз. Два. Три. Потом второе движение нужно, чтобы вы человека взяли за шкирку. Это будет как обман зрения. Раз. Два. Три. А теперь то же самое, только нужна раскачка. Вот и все. Это движение называется чайка. Это упражнение называется петушок. Главное, чтобы вы держали руку не вот так, не вот так, не вот так, а вот, вот так. Потому что это вперед. Вот это вот. Вот это назад. Мы делаем сейчас вперед. Вот. Сейчас мы делаем пистолетик. Пистолетик крутится назад, поэтому нужно руки держать вот так. Не вот так. Это делается так петушок. Мы крутимся вперед. А так мы крутимся назад. Это называется пистолетик. Руки жирные после сухариков, поэтому много делать не могу. Все. Далее мы будем разбирать движение как выход на одну. Сейчас я покажу, как его делать и как мы его будем разбирать. Для этого нам нужно повиснуть на турнике, подтянуться, закинуть правую руку, повисеть, затем закинуть левую руку и выйти вот так. В общем, это ничего сложного. Сейчас мы делаем выход на три. Вот. Делаем выход на 4. Так, это так же легко, как и выход на 1, выход на 3. Ну вот, выход на 2 из нас никто не умеет, но мы учим. Вот выход на 4. Вот и все. Сейчас мы делаем капитанский. Вот и все, есть еще выстрел на капитанский. Ну вы поняли. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.